У кинотеатра «Искра» в эти дни можно наблюдать, как устанавливают и наряжают главную елку Ленинского городского округа. Новогодняя красавица высотой 18 метров станет украшением в предновогодние и новогодние дни. Работа по установке елки очень трудоемкая. 10 сотрудников дорсервиса, в их числе и электрики, заняты на площадке у кинотеатра. Плюс специальная техника с вышкой для возможности крепления гирлянд. Будет 60 ниток по кругу вокруг елки. То есть все гирлянды будут светиться, очень будет звездное небо, красивое, ну, все будет очень красиво. Елку украсят 500 шаров. По отзывам видновчан, новогоднее убранство площади у «Искры» год назад было очень красивым. Поэтому решено, что общая композиция останется такой же, как и в прошлом году. А зажжение новогодней елки планируется 1 декабря в 18 часов.